Майкл Джексон? Да. А ты хочешь так научиться танцевать? Нет. Нет? Да, нет. Нет, да. Там, и там музыка, тут музыка, музыка, музыка. Победы точно ты ко мне обой, вся душа зифрой там растет, и женать ее шумы. Хорошо. Боже, я запуталась, как. А вот, все, теперь я знаю, где я нахожусь. Опять эти Сваровского лестницы. А там внизу рояли. На рояле там вчера пели русские песни. Какой-то мужчина таким красивым русским языком пел русские песни. И мы ему даже подпевали. Мы даже подпевали, и мы ехали на тройке с бубенцами. А вдали мелькали огоньки. Пошли дальше. Божечки. Я, как я уже сказала, нас тут 5500 человек. Чуть не сказала, клиентов. 5500 человек. Кто купил? Пассажиров. И почти 3000 обслуживающего персонала. Но тут есть все и все. Абсолютно все и все. Еще один бар. Бары, ростобары. Хай. Hello. Тут наше фотоателье. Тут нас фотографируют. Вот Майкл Джексон был сегодня. Вот это тоже Вондермен был. Я все шоу снимала в красотень, такая, что ой-ой-ой. Алиса в стране чудес. Слушай, там такие обувь, я прям забываю. Ну что ты, Викусик? Привет, смотри, искала себя, нашла ее. Блин, какая-то бледная поганка. А меня не нашла? Я думаю, что ты тоже где-то нет, была. Я там не фотографировала, здесь да, нет. Я вот не пойму, ты знаешь, это ну, просто нереально. Антон, ну не трогай его, пожалуйста. Мальчики, чего делать? Что случилось? Короче, быстренько на камеру расскажите мне, как понравился вам Майкл Джексон? Скажи, пожалуйста, тебе понравился Майкл Джексон? Им тоже хочется. Ёлки! А ну покажи. Вот она я. Боже, какая красавица. Вот она, смотри. Вот она, вот они мы. Ура! Ну что, разобралась? Да, сейчас. А, вот они. Кошечку нашего снимает. Боже, какой он прям прирожденный этот. Он так позировал, Алла. Это покажи. Прям, будь мужиком, вот так, во. Супермен. Вот так. А вот. Антон! Какой красивый! Антон, дай так! Да. Две руки! На долю! Так, две руки! Браво! Положи на долю! На долю! Положи! Иди! На долю! Вперед на свою! Вперед! Во-во-во! Ты моя зайка, иди, Антон.
козочки мои. Какой колюсенький. Ух ты, ух ты, ух ты, какой дяденька пошел. С Антона редко переключилась на красивого дяденьку в лифте. Вот так, вот он, настоящий мужчина, настоящий полковник. А, вот так. Браво! Антон, не мотай! Не мотай! Настоящий полковник. Ложи, доли, доли. Какой классный! Вот так. О май гад! Моё солнышко, обидели. Обидели моего зайчика. Супер! Энтони! Спасибо, Антон! Антон, ты просто прирожденный актер! Where to find this? Tomorrow in the board department. Here, baby! А можно сейчас посмотреть? Можно, но у меня нет теста времени. Ой, какой красивый! Спасибо большое! Ай, спасибо! Какой красивый! Тони, ты вообще просто сказочный! Боже, как же я его люблю! Господи, этого ребенка! Антошечка, ну буфет идем, а ты что, не кушал? А, пятый раз нам надо сегодня покушать, да. Нам надо покушать сегодня пятый раз. Мы давно не ели, напихались вот так вот, позарез. Чё ты её тарелку с лобстерами забрали? Да он нам принес по два лобстера, потом еще по одному лобстеру. Потом нам еще принес по лобстеру. Мы забрали домой, думали детей накормить. Нас остановили и сказали, нельзя. Вообще сказка, боже. Это, я не знаю, это не жизнь, это малина. Это тут, я не знаю, тут мы только на $340, наверное, только лобстеров наели. Ага. Иду. О, опять, смотри, как много. 1, 2, 3, 4, 5. Смотри, сколько тебя много, сколько меня много. А мне не видно себя. Я тебя вижу, вон тебя а сколько. А я тебя вижу. А ну там меня поснимай, чтобы меня было видно. Ой, видно меня? Да, руки. Конечно, видно все. Там итак, раз, два. Ай-ти-ти-ти-ти-ти. Эксесайз. Excuse me, Тони. Ать! Делай так, как тетя Люба. Вадим, некогда, жрать пора, слышишь, ля-ля-ля. А сколько у нас времени? У нас 11 час, да? Да. 11 час, мы снова пошли. Я чай попью, я ромашковый чай попью. Ой. Боже, сплошное обжирание, ну так вкусно. И мы даже не поправились, потому что мы столько бегаем, мы столько прыгаем, у нас столько. Завтра опять целый день по острову, по-новому. И здесь, тут, пока свою каюту найдешь, намотаешь десятки километров, пока найдешь свою каюту. Итак, туда. И когда я вязала, все. Она у меня GPS, она и у меня GPS, она GPS и у Викуси. Я говорю, да где наш GPS? Потому что без алочки вообще никуда. Мы вообще без нее никуда не ходим. Чтобы найти свою каюту, я всегда заблудюсь и начну обходить весь корабль сверху донизу, кататься на всех лифтах, не знаю, где какой лифт. И вот как много людей, 11 час, мы все время кушаем. До 2 часов ночи тут обеды, завтраки и ужины. А вот не знаю утром во сколько, но утром мы всегда спим. Мы это, даже не знаю, корабль качает, кстати, здорово. Алла, чувствуешь, как качает? Ой, Катюша какая. Опять еда, опять есть. Пицца. Ну пицца, а пицца всю ночь. А буфет заикаюсь уже. Нет, это, по-моему, пицца до 2 часов ночи, чтобы не соврать.
Так, а мы пойдем наберем себе чай. В общем, тут никаких правил нет. Вот сколько съешь, столько съешь. Сколько останется на тарелке, столько останется. Ну что делать? Никто за это не убьет. Все спокойненько убирается, уносится. И вот бери, ешь не могу. Аж да не могу. Вот опять же, чем интересен весь этот теплоход, то что тут везде такие старые фотографии. 61-й год, Рим. Шерли Маклайн. Шерли Маклайн. Честно, я ее не знаю, что такое. Шерли Маклайн. Он такой красивый мужчина, я его знаю 100%. Это Марчелло Марстояни. Какой красивый мужчина. Вообще обалденный актер, конечно. Что было, то было. Закат залил. Сама полюбила, никто не велел. Чуть не упала. Оп, ямка. Пошли снимать все пирожные. Двинуться мозгами. Вот эти пирожные у меня, моих любимых сейчас нет, все съели. Какие вкуснющие все пирожные. Но это еще мало. И торты, и чего только. Ладно, не пойду дальше, уже не буду людей пугать. Ладно. Что он говорит? Он говорит, эта Люда не может кушать сладко, потому что она еще не кушает. Я не кушаю. Я ужин покушала два раза, пообедала два раза. Тони. Короче, мы с тобой сегодня утром позавтракали, потом сходили в ресторан пообедать. Ладно. И потом два раза мы вот здесь и в ресторане с лобстерами. Это не считается вообще. Это вообще не считается. У женщины только платье интересное. У нее спереди и сзади у нее эти розочки, на спине даже розочки. Красотень такая. Как ты говоришь? Я пришла сюда по-честному попить чай, ромашковый чай. Это ромашечка. Я на ночь пью. Ой, так вкусненько. Стала искать мед, но уже поздно, как бы не это. И Аллочка побежала искать мед, и я побежала искать. Нам кто-то пообещал, мед не принесли. Я ждала. Думаю, да ладно уже, как ты говоришь? Горила хата, гори сарай. Горила хата. Гори сарай. Гори сарай. Сгорела хата, уже пусть тогда горит и сарай, хрен с ним. Чего уже терять, Кину. Ладно, обжираловка. Обжираловка. Пошла я, наверное, за обжираловку. Да давай уже, это чисто женская солидарность называется. Естественно. Если моя талия будет расти. Я уже тут 5 пакетов сахара накидалась. А я, слава богу, сахар. А там много другого. Тони у нас сейчас быстренько бафнул 2 кусочка пиццы. Куки, печеньки такие. Вот так, солнышко мое. Все женщины в вечерних платьях, потому что мы только что с ресторана, все такие нарядные-принарядные. Такие просто нарядные-принарядные. Итак, ладно. Все, спокойной ночи. Спокойной ночи, малыши. Все, пока. Вот оно такое вкуснячее. И вот мне уже принесли мне уже и этот. И тут сегодня баскетболисты знаменитые давали автографы. Я думаю, что вот это, наверное, один из них. Вот честно не знаю, кто он такой, но очень похож на баскетболиста. Очень похож. Да, Тони? Доброе утро, предпоследний день. Мы припарковались, мы причалили. Только не знаю, куда. Я не думаю, что мы причалили. Мы будем стоять, наверное, в океане, а лодками нас будут. Что-то действительно? Да. А там мы? Вот это маленький островочек. Островочек и все, да, там вот такие большие почвы. А с той стороны интересно, что? Ой, как красиво. Припарковались. Доброе утро. Пошли писать, что дальше, что нас ждет сегодня. Так, а я попробую как приблизить, что это вообще такое. Там ни строения, вообще ничего нет. Какие-то кусочки земли. Давай просыпайся, рабочий народ. Тони, get up, good morning. Просыпаемся, пора кушать.
Доброе утро. Доброе утро. Тони, доброе утро. Викусик, доброе утро. Мы за тобой страдали, прям, честно. Да. Чего? А тебя прям не хватало нам. Да, да, Вика? Вчера вечером. Доброе утро. Ну, я понимаю. Марк, доброе утро. Пирожек некому было спихнуть. Солнышко. Ничего, мы сегодня все поправим. Илюша, доброе утро. Все изменим. Все поправим сегодня вечером. Все пирожные будут наши. Ага. Красотка, кто поверит, что это, у этой девочки сыну 23 года, и он у нас Нейви. Американский Нейви. Дитё. Дитё, а оказывается... Он передумал. Нас сейчас вот эти, вот это и все острова, нас сейчас каким-то кораблем будут достать. А может Нейви? Мы будем... Мы... Аллочка. I'm joking. I was not. Если вы не будете дружить хорошо, мы не будем никогда встречаться. Это с кем? Это с кем? С Илюшей, но не два лидера. А что такое? Два лидера, понимаешь? А ты шоу? You are 0 years old? No, you are 7. Илюша, а что ты говоришь, что он 0 years old? He's 7. You told me it's a show of 0 years old. And you're 7. No. No. He's lying. My God. No. Yes. You're lying. No. Okay, давайте, приятного аппетита. Bon appetit. You're lying. No. Hey, stop it. Stop it. Be friend. I'm not his friend anymore. Вот этими корабликами нас сейчас будут доставлять на остров. Вот один уже ушел. Я уже сказала, кто поверит, что у этой девочки 23-летний сын? Нет. Ну, не а скажи ему привет, может он тебя увидит. Что, Саша Улечке привет. Да, Саша сейчас в Москве. А может быть уже не в Москве, а на юг приехал. Саня. Мамка жива, здоровая, красивая, Малка. Молодая. 3 года сына не вижу. Тяжело. Ну вот маленькие смягчают. Да. Маленькие, вы смягчаете? Да. А братики монетки сразу спрашивают. У них уже целая коллекция всяких монеток. Мамка подарков накупила сыну. Да, и сыну, и старшему, всем сыновьям по моему. Ну, старшему, мы сейчас про старшего говорим. Санечек, привет. Санечек. Скажи Санечку привет. Хоть я не видела никогда. Олечка, я тебя очень люблю, ты у меня настоящий мужчина. Настоящий полковник. Настоящий полковник. Вот, братья равняются. Stop coming. Илюша хочет быть доктором. Марка, ты кем хочешь быть? 32. А ты кем хочешь быть? Когда вырастешь, кем ты хочешь быть? Президентом. Президентом. Капитаном. Капитаном вы? Илюша будет доктором. А я говорю, Илюша будет доктором. Он говорит, я еще не решил, у меня сегодня время до старших классов подумать. Мама будет хирургом. Хирургом. Илюша будет сердечным. Сердечным. Илюша будет сердечным. Будет сердце менять, старое на новое. Так, мы сейчас поедем. Здесь за миллион можно купить остров. Люда, ты битая будешь. Опять наизнанку? Mm-hmm. Я каждый день наизнанку одеваю. Боже, девочки, какой пляж красивый. Не-не-не, я бы не обратила внимания, если бы мне вот тут лейбл внизу. Я обычно стараюсь все лейбл. Это же много. Девочки, пляж потрясающий. Представляешь, на необитаемом острове пляж. Почему необитаемый? Там домики, 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 домики. Ой, сколько там домов. Красотень. Вот тут машина не нужна. Все ножками, все ножками. В этой жизни на острове. Миллион. Всего лишь миллион. Да? Да. Можно купить остров. Здорово. Всего лишь.
Красотень. Так, а теперь другой. А, кстати, вот от острова до острова можно проплыть. Маленький перешеечек. И маленькая там. Канал. Панамский канал. И вот пошли пляжи. Ой, какие девочки, какие красивые, потрясающий пляж. Белый песок, пальмы, синие лежаки, синее небо. Ой, пустынный пляж, совсем пустынный, нас ждет. Вообще никого нет. А море. А, песок навозной, да? Видно, смывает и сдувает здесь. Боже, какая сказка. А людей как много уже. А тут, наверное, еще какой-то теплоход на приколе стоит. А вот и на горку вижу. Ой, красотень какая. И на горке тоже хочу кататься. Вот это частный остров. Он принадлежит какому-то частному лицу. И эти люди позволяют посещать их остров, чтобы побывать на пляже, ну и посмотреть, понятно, окрестности. За это им, не знаю, какие деньги, но платят. Если каждый день останавливается один-два кораблика, ха, так это на не только на хлеб с маслом, но и ой-ой-ой-ой, какой длинный остров. Вот за нами едет снова кораблик. А что он стоит? Я не поняла, что он стоит? Почему он не подъезжает? Пошли тогда скорее. Okay, watch your step. Я пока подожду, потому что так качает. Hello. Так качает, с ума сойти. I'm afraid to be seasick. No? Seasick. No? Короче, нас высаживают вот в это суденышко, оно качается как ненормальное. Ну, я пойду последнее. Я уже смотрю, мне уже качает. Он сказал, поехали. И взмахнул рукой. Сижу, пока не качает, слава богу, пока нормально. Вот эта каждая лодка вмещает 150 человек спасательная. Но у нас тут так много. Тут этих лодок раз-два обчелся, а у нас 5500 человек. И потом многие люди здесь такие есть, что по два веса. Ладно, поехали. Поехали. Океан поразительный, восхитительный. Поехали. Если останусь жива. Все, мы отчаливаем, слава богу. Он как качается. Как качается наша судюшка, видно, вот потом, как оно качается. Идем на нос, вот рядом со мной. Итальянцы, парочка, женщины и мужчины. Итак, поехали. А вот второй уже ждет. Второй на подходе, чтобы людей перевезти. Можно посмотреть на мой корабль. Наши окна с другой стороны, мы смотрим на океан. Как он там уже с нами прощаются, машет нам руками. Я говорю, у вас такие всякие 5 лет. Надеюсь, это не правда. Все. Счастливого возвращения. Спасибо. У нас болтает уже минут 10.
americano ha vinto del gioco di queste macchinette, adesso in Italia sono dei pari. Там такие длинные-длинные, как косички острова, навозной песок. И вот уже сейчас мы зайдем вот в этот gente pensa che va lì, vince e si paga magari anche la crociera. È possibile che non lo capiscono? Perché c'è una malattia. Perché vince una volta, sempre i soldi tuoi che hai dato la vita. Qualcuno capita. И вот такая красотень. Ой, как красиво, прямо как будто кто-то зубами выгрыз. Тут, по всей видимости, было все залито бетоном. Вот, да, это явно видно, что залито бетоном. Ой, вода какая красивая. Тут, конечно, штормы бывают, ураганы. Когда сюда ураган придет, тут, конечно, не захочется. Не захочется рядом даже находиться. А это, получается, бетонные тоже вот это. Я думала, это песок насыпан, это бетонные такие вот укрепления. Да, мне пьяче. $30. Ой, красотень какая. Così ti perco su. Боже, какая красотень. Vedi che ci riflette. Ma io sera a me, $100 ha preso, non ce l'ho di più. Perché non dava niente. Ho cambiato le macchine là, non cambiava niente. Allora di questo, e ci per me, non è giocato. И вот несколько доков, и вот он сразу пошли пляжи. И вот наш корабль, как будто плывет. Не промахнись. Есть ощущение, что корабль наш задом плывет. Хотя мы на самом деле мы. Наш красивый капитан. Остров называется Парадайз. Насау, си. Ма си по андаре да. Так, сейчас в дырочку войдем. Боже, какая красота. Сейчас пойду гулять по всему острову. Сейчас пойду гулять туда по мостику. Ой, как сначала, конечно, наплаваюсь. Вода. Мамочка моя родная, боже, какая красота. Как жалко, моя мама красоту не видела. Я пыталась родителей возить. И по Дунаю на круиз у нас был. Отца в Турцию возила, но мамы уже нет. Уже когда я могла себе позволить, они уже были. Мама была уже. Вот ощущение, что наш корабль. И вон куча магазинчиков продают всякие разные вещички. Там же сейчас надо водички купить. Боже, какая красотень. Итак, приключения на острове начинают. Готовы? Итак, все, выходим. Выходим. Выходим, отползаем. Good morning. Окей, thank you. Выходим. Пацаны! Good morning. We are TV? Yeah, of course. Okay. Hello. Welcome to Bahamas. Thank you. Welcome to Bahamas. Добро пожаловать на Багамы. Короче говоря, это один из Багамских островов. По всей видимости, так и называется Norwegian. Welcome to Norwegian Cruise Line. По всей видимости, собственники вот этого корабельной линии Norwegian. Скорее всего, что... Ну, я не знаю, почему это называется Norwegian Line. Так, там вот это... Адвенчер. Какая-то адвенчер. Пойду-ка я спрошу, что это такое. Итак, кому что? А я пошла на пляж. Я начинаю с пляжа.
свой тур. Все-таки как все красиво сделано, как все красиво ухожено. Ну, понятное дело. Видимо, доход неплохой, вот так разрешать туристам побывать на этом острове, заработать на этом и плюс делать вот такую красоту кругом и всюду. Так, там что, прям какая-то надгробная плита, что ли? Нам еще этого не хватало. Здравствуйте, приехали, называется. И что там? Не, ну это вообще никак ни к чему. И кто здесь у нас? А, кому что? А, да, memory, да, точно memory. Of Alan Bittrim. А какой же год? Ничего не знаю. Ну ладно, карта небесная. Помянем тех, кого нет с нами, будем думать о живых. Хорошая песня Аллы Пугачёвой. Ну, тряпки нам надо или не надо? Тряпки, наверное, не надо. Не сейчас, во всяком случае. Потом останется время, похоже, по тряпкам. Красотень, красотень. А люди еще выходят. Так, надо мне снять эти шлёпанцы, походить босичком. Чего-то я хожу в шлёпанцах. Зачем мне это надо? Насладиться ощущением песка под ногами. Ух, холодненький даже песочек, прохладненький. Потому что в тенечек стал. Так, сейчас тапочки положу. Пакетик. Давай. Прыгай. Пошли. Все. Красотень. Надо водички где-то купить. Где водичка? Ну, на Багамах вот такие раковины им покупали. Сколько? Не помню, $17, $12. Мы покупали их по $5 везде. Ну, понятно, сюда далеко. Я пытаюсь вообще не отцел. Водички дайте кто-нибудь попить. Нет водички. Ой, какие красивенькие эти прям. Я вот такой себе купила, $20 тут платьишко. Ой, какой симпатюшный это первое. Прям колесенькое такое. Колесенькое. Так. Так, вот детская каталка. Это, конечно, не бесплатно. Сейчас наши детвора сюда галопом по Европам. Туда пока залезешь, весь завтрак пройдет. Good morning. How much the ride? $6. One flight, $20. Thank you. Один раз. $6. И на целый день $20. Конечно, $20 заплатил. Катайся себе. Хочу, не могу ли. Хочу ли. Вон наш теплоход, как далеко стоит. Крокодилы у нас тут водятся. Вот тут немножко водички морской. Как она туда забрела, как она сюда забрела, непонятно. И вон пошли. Открываются пляжи, наступил на что-то. Итак, еще раз повторюсь. Мы прибыли сюда вот на этом 18-этажном теплоходе. Название MSC. Это итальянский теплоход. Капитан у нас итальянец. Много членов команды тоже итальянцы. Ну, много-немного, но во всяком случае много. Еще раз расскажу по поводу путевки. Потому что каждое видео будет по-разному загружаться. Чтобы была как бы полная информация, еще раз расскажу. Чтобы купить подешевле путевку, надо покупать ее заранее, искать заранее. Мы купили для одного человека, независимо ребенок, взрослый, один человек заплатил за путевку, каждый из нас заплатил за путевку $380. $380 за каюту с балконом.
Это покупала билеты, находила билеты, искала билеты Алла. Она же, ну, само собой, проплатила, я потом ездить на диплом. Это не важно. Вернула деньги. Важно то, что когда мы отплывали, вот за несколько дней я смотрела, думала, еще одна девочка. И каюта уже стоила 650, не каюта, место уже стоило 650 перед отплывом, хотя казалось бы. Ну, в общем, я что хочу сказать, что чтобы найти дешевый билет, надо искать не билет, а туристическую, как сказать, путевку, не путевку. Что это мы покупаем на теплоход? Чтобы купить, ну, будем говорить, билет на такой теплоход, необходимо сделать заказ заранее и проплачивать, конечно, заранее. Ну вот, наверное, все. Теплоход замечательный, конечно. Но если честно, вот после карнивал чуть-чуть поменьше. Чаечка, давай. Иди ко мне. Сикл. Си – это море, гал – это девочка, если перевести. Сикл. Морская девочка. Это в переводе чайка. Карнивал, конечно, мне понравился. Вот если сравнивать сейчас, карнивал гораздо лучше. Не знаю, даже трудно сказать вот в мелочах, что. Ну, то, что касается питания, конечно, здесь какое-то более однообразное. Оно практически каждый день одно и то же было. Ну, в ресторанах, да. В ресторан мы ходим обедать, ужинать. Можно ходить завтракать. Но это много времени на это уходит. Сидеть, ждать, пока официант примет заказ, пока он принесет, пока туда и сюда. Боже, какая красота. Боже, какая красотень. Кто-то прям на тракторе ездил, ну, у меня ножки прям проваливаются в песочек. Вау! Какие острова! Итак, у меня есть камера с подводной съемкой. Сейчас я попробую ее здесь тоже еще разок использовать. Красота! Блядь, вон чаек! Danger! Keep off the rocks! Будьте подальше от камней! Ой, как здорово! Как здорово! Потом полотенце здесь на теплоходе. Надо брать полотенце по своей карточке. И сказали так, что если кто-то скажет, что если полотенце не вернется, вас зачарджат $20 за полотенце. Идиотская совершенно библиотека. Я пришла, взяла две книги. Оказывается, мне ее дали под расписку. Тут тысячи людей каждый день уходят отсюда, оставляют здесь тысячи книг. Просто оставляют. И они вот это занимаются фигней. Держат какую-то девочку, платят ей деньги с тем, чтобы она присылала мне. Сегодня я получила уведомление, что я должна сегодня сдать книги, потому что завтра мы уже высаживаемся в Майами, наш круиз закончен. Ну, короче, много вот таких вот мелочей каких-то. Такой, казалось бы, дорогой круиз, дорогой такой корабль, и вот в каких-то мелочах они прокалываются. Дешевка, в общем, ну, вот чисто дешевые какие-то варианты, честно, мне вот это мне не нравится. И еще там некоторые тоже моменты, сейчас не буду говорить, потому что такая красота, не хватит на это время все равно. Боже, как красиво. Далеко-далеко, и все еще по поясочек. Боже, как красиво! Как красиво! Сказочный остров, действительно. Я еще думала не ехать сюда. Испугалась садиться на эту лодку. Думаю, сейчас меня укачает. Я вообще такая, хоть и дочь капитана, хоть и родилась на море, выросла, все-таки укачиваюсь иногда. Она. Морская болезнь у меня бывает. Пошли. Спасатель, наверное, ушел на фронт. Лайфгард. Так называют в Америке спасателя. Нету спасателя. Ушел. Спасайте себя сами. Там музыка громкая орет. Надо туда пойти купить себе водички. Ой, как здорово. Вот это вот темные пятна, это все коралловые рифы. Они небольшие, по всей видимости. Опять я не взяла свои очки для плавания. Ну что ты будешь делать? Специально взяла с собой эти очки и не взяла сюда. Лежат дома, ну, в смысле, в каюте. Красотень. Вот такое блюдце, просто блюдце заливное. Красотень. Ага, вон там, наверное, кто-то сидит, тоже смотрит, чтобы, наверное, не нарушили границу, не вышли в открытое море. Шучу. Да, это тоже, наверное, лайфгард. Такой
в жарилке, конечно, посидеть. Ну, пока не жарко. Сейчас только раннее утро, пока не жарко. Да, конечно, но сплошное удовольствие. Это нечто, это просто сказка. У меня слов других нет. Вот опять же наш кораблик. Я с разных ракурсов. Красотень. Я сейчас пройдусь по всему острову. Пойду туда наверх, подниму что-то. А там только что выпила кока-колу баночку. Красотень. Итак, солнце в зените. Солнце в зените. Пошли. Пошли, пройдем перешеек панамский. Он находится конкретно здесь. Вот он, настоящий. Пошли, пошли по воде. Я могла бы полностью пройтись, но мне хочется пройтись вот здесь. Лишь бы не на это. Не на это. Тихо, 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 тихо. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Идем по камнючкам, идем. Идем. Красотень. Ну что, пошли дальше. Тихо. Все, под ногами пусто. Твердый камень. Камера не подводная. А вон сколько рыбешек. Тихо-тихо. На камни не надо. Я иду осторожненько, потому что чтобы не это. Жалко будет упасть и все вырос только рыба. И все утопить в море. Пошли по песочку. Вот эти ребята еще под ногами, это уже не надо. Пошли. Вон такие каменюки. Такой изрезанный камнями берег. Так, сейчас я где-то тут лягу-прилягу и разденусь, и начну здесь уже загорать. Красотень. Так вот, у меня уже было 3 круиза здесь в моей жизни, в американской. И я Багамы я вообще ужасно не люблю и не любила. Мы 2 раза останавливались на Сау. Но вот этот Багамский остров, это сказка. Это просто нечто, это просто фантастика. Парадайз. Так что я потом напишу здесь, наверное, в названии, правильно ли называется этот остров Норвежен, я не знаю, как он называется. Надо точно посмотреть по расписанию, на предписание, заход, какие порты. Ну, там я Норвежен не помню, нет. И просто если кто-то будет стоять перед выбором, какой круиз взять, очень рекомендую вот этот остров. Это просто действительно рай на земле. По-другому никак не скажешь. Вон они как камни в море. Как 12 камней, по-моему, где-то. Ладно, не буду умничать. Но я даже вот не взяла свои эти очки подводные, я все равно могу нырять, не нырять, я ложусь, вот так вот половинку очков опускаю под воду и все равно вижу так же, как в маске. Правда, соленая вода в глаза попадает, много не насмотришься, но тем не менее, все равно краснело. Ну, камеры буду снимать, а потом уже дома посмотрю, что у меня получилось. Плечи прикрыты, потому что солнце жесткое, жестокое. Ой, как интересно. Да я, у меня ноги засосала уже. Засосала. Во сколько рыбы?
Ладно, все, пошли, скорее, скорее, скорее. Все, идем, скорее, идем, скорее. Скорее, сейчас вот на этот на язычок сейчас сяду, положу свои вещи и начну отсюда. Начну свое путешествие отсюда. Пошли. И вот можно взять такую доску на прокат. Я, кстати, ни разу не пробовала. У нас очень распространено. У нас очень сейчас во Флориде вот по этим по озерам полным крокодилами. И по океану вот так многие очень люди берут такие, покупают такие доски длиннючие и просто катаются. Ну, наверное, тут какие-то, конечно, нужно иметь какие-то... Какой-то экспириенс. Так, может, просто нет. Я жду, если Тони с Аллочкой сюда придут, я возьму, наверное, вот такое, чтобы ребенка посадить, а сама встану и буду. Попробуем покататься, что у нас получится. И вот можно взять вот это, что такое, каяк, что ли, какой-то. Потому что интересно покататься вокруг этого озера, потому что так красиво. Именно сверху на воду смотреть красиво. А, это вот этот велосипед. Ага, вот такой вот надо велик взять, ногами крутить. С детворой. Где они, девчонки мои? Я надеюсь, они все-таки мимо меня пройдут. Они меня по моей красной шапочке. Они меня определят по моей красной шапочке. Я надеюсь. Ах, красота. Итак, я хожу хлюпаю носом, потому что полный нос воды. Я нанырялась. Нанырялась, голова мокрая. Так, хорошо. Так, охладилась. Прохладненькая водичка. Приятная, такая прохладная. Я бы еще поплавала, но думаю, нет, не буду сейчас тратить время. Пойду-ка я обойду весь остров, а потом пойду вот туда вот. Там Аллочка с детьми и Викуся. И пойду с детками немножко тоже поплаваю. Такие весельчики, просто сказочные. Мне с ними так здорово. Детвора, конечно, ладошки. Все, пошли дальше, покорять следующую лагуну. Вид просто потрясающий, вот такой, как сердце. Две лагуны выцененные, как будто как сердце. Если кому-то очень хочется, чтобы это было сердце, легко сделать это сердце. Красотень. Пошли дальше. В кустиках тут поваляться. Вот там следующая лагуна. А я уже пойду в другое место. Пошла оттуда. Пошли. Вот новенькую такую. Ух ты, елочки. Елочки-метелочки. Вот маленькая совсем лагуна. И практически никого нет. Сюда люди не доходят. Потому что лень. И тут опять же нет лайфгарда. Нет спасателя. Пошли дальше. Красотень. Вообще просто пустынный пляж. Ой, как здорово. Это сегодня необитаемый остров. Что этот остров? Необитаемый. Какая вода. Прямо заросли. И опять эти красивые деревья. Деревья. Больно ножкам по камням. Опять эти безумные красоты деревья. Вот оно. Ой, оно какая. Больно ножкам. Оно как золотое дерево. Это же у меня так листья пальмовые. Красотень какая. А, вот оно как переплетено. Двое прям. Влюбленная парочка. Together навеки. Forever. Навеки вместе. Как красиво. Что это за дерево такое интересное? И вот как их тут много. Одно, второе, третье. И вот они высохшие уже. Вот они уже мертвые деревья эти. Ладно, пошли дальше. Каменючки. Редкая травка такая растет. Ну, конечно, по такому ветру главное, по соленой воде какая-то дурная трава будет расти, извините. И вот отсюда какой уже вид. Вообще никакого не пляжа. Вообще по всему. А вот, мама моя родная! Ой, хочу оттуда пойти, хочу отсюда. Потом оттуда пойду.
и нечто. Тут я иду уже в предвкушении. Вот это реструм, это туалеты. Так, вот это у нас загоралка, отдыхалка здесь. Ой, какая сказка. Какая сказка, пошли отсюда. Вау. Красотень. Прямо лагуна, не лагуна, озеро, не озеро. Боже, какая красота. Тут можно попить, покушать. Господи, хай. На теплоходе, полный теплоход еды. Нет, приходится доесть. Но, боже, какая красотень. Это нечто. Вот тут я должна искупаться обязательно. Трейн-стоп. Это можно покататься на этом трене? Ой, я тоже хочу. Ой, мамочка моя, вот это рай. Вот это самый настоящий рай. Ой, ой, забыл дыхание, спёрло. Это нечто. Это парадайз. Вот это вот самый настоящий рай. Каким-то образом он соединяется, вот эта лагунка соединяется с океаном. Ой, мамочка моя. Мамочка моя, как красиво. Какая тишина. Надо было мне сесть на этот трейн и тоже с ними покататься по острову. Мне надо сначала его весь обойти, а потом уже... Пошли, 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 пошли. Да, фотографию надо сделать. Рыбки, вон они, малютки. Малютки, малютки, малютки. Не могу, прям не могу налюбоваться, не могу остановиться. Вот там интересно, есть перешейчик какой-то, вот два островочка. Красотень. Вот это вот наносное, это уже построена такая дамбочка. С этой стороны на океан. Я там пропустила два залива, две бухточки. Это вообще нечто. Это просто нечто. Это уникальное место. Боже, какая красота. Если бы я не пошла, если бы сколько люди потеряли, которые там остались, вот там остались на самом начале пляжа, и не пришли сюда, не увидели этой красоты. Это. Ой. Ну, ладно, каждому свое, но я не могу сидеть, я должна всегда ходить, Я если куда-то приехала, я все это вот так вот бегаю ногами, влазю, все потрогаю, все понюхаю, все попробую, и только после этого угомонюсь. И то я не могу долго лежать, загорать. И хотелось бы иногда, а не получается, потому что мне нужно везде, все попробовать. Ой, какая красотень. Да, сюда, конечно, приехать в хорошей компании, так вот, на неделю. Просто, полнейший, 100% релакс получить. Вот это камни настроили. Так, тут ножка немножко больно уже. Вон наш корабль. Ай, больно ножкам, не пойду. А, камни острые. Какое место! Потрясающее просто место! Интересно, тут есть отель вот на этом острове? Надо спросить у кого-то. Вот так, остановиться здесь, в отеле. Только сюда, как сюда добраться? Сюда самолетом не доберешься, потому что тут аэропорт. А, нет, только теплоходом. Но опять же, те, у кого своя яхта, конечно, я представляю, люди, у кого своя яхта, вот сюда приехать, ну хотя бы на пару дней. И вот побыть в полной изоляции. Ой, как здорово. Красотень, красотень. Ладно, обратно пойду этой дорогой. Пошли туда. И вот еще одно местечко. Тоже абсолютно безлюдно. Больно ножкам. Надо тапочки свои одеть.
Совершенно безлюдное место. Где купайся не хочу. А почему ж туда идти купаться, когда вон она какая красота? Ой, сказка, сказка. Так, еще кусочек. Как солнышко переливается в воде. Ух ты, там автобусы ездят. Ух ты, а это не автобус, это прогулочный. Это гольф-кар. Гольф-кар. Сейчас пойду сюда купаться. Сейчас пойти искупаться. Я сейчас на том бережку, вот там я вещи оставлю. Там три. Вон они, три свободных. А вон лежак. Кто-то притащил лежак вон на остров. А вон тоже еще один лежак на острове валяется. Hello. Hi. Опять. Еще раз. Еще раз. У меня нет слов, чтобы выразить захватывающую дух красоту. Это надо действительно такие вещи. О таких вещах нельзя рассказать, такие вещи надо только показать. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Это, вот не знаю, то ли налево снимать, то ли направо снимать. То ли тудым, то ли сюдым. Шикарный, красивущий остров. Ты пришли снова кушать, да, Илюша? Опять есть. Или я скромный сегодня. Кусочек рыбки, немножко картошки и салат. А я взяла суп из цветной капусты. Он как пюре. Я пока донесла, немножко это вылила с ней чуть. Тоже три картошинки. Салата много набрала. И кусочек маленькой рыбки. Все. Я пошла тоже за супом. Ой, обжираловки конец. Завтра уже будем в Майами. Интересно посмотреть. Мар, это просто можем... говяжий бульон с какой-то лапшой. Ты знаешь, вот сейчас какой-то... Лапша? У меня такое ощущение, что он вообще никакой бульон. Может быть, сюда немножко соевого соуса добавили. Марк, ты уже покушал? Но он очень приятный. Ты закончил еду? Вот если бы... Нет, он как-то ничего не поил. Ничего не поел. Марк, давай все. Приятного аппетита. Ура, ура. Нам очень понравились Багамы. Да, Илюша, нам понравились Багамы? Именно этот остров. На остальных делать нечего. Просто фантастика. Фантастика. Действительно фантастика. И мы обязательно тут... Приятный красоты закат. Сегодня у нас 21 марта 2014 год. Все, мы уже идем на Майами. Завтра утром будем в Майами и поедем на Орландо. Все. Конец путешествия. Все. Аллочка собирается в ресторан с Тони. Идите кушать. Бай-бай. Сейчас я этот съем эклер. Красотень. Красотень. Итак, наш последний день, последний вечер на теплоходе. Я одна еду девчонкам. Сгоревшая, спина вся сгоревшая.